себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. А вчера вы также шли быстро, да? Угу. Нас половину лайк на синдре вроде был и на профиле. Но это не точно. Це косплей. Косплей того рейду вчорашнього. А, блин, ну все, уже тогда не косплей. А, давайте добьем этих братьев с волны. Пекаемся в хилов. Будем за звездочкой летать. Видите, какие у меня классные хилокольца, да, на холипале? Есть рыбокова? И плащик тоже классный. Что-то там есть рыба? Поставил кто-то. Не вижу. Пистолет бейте взрывом разума. Чек. Сейчас будет чек. Ничего страшного. Так, все, погнали. Все, пожалуйста, диспель стрелу ледяную с хилов. Мои силы. Под давление сливаем. Залечите мои раны. И болезни тоже диспель. Ой, ДЦ вылетел, это плохо. Зашел. Смотрим порталы. Слева будем собирать. Слева. Короче, в центр все идите, кто собирает эти сверки. Void, Апис, Полипал. За звездой летим. Давление. Сзади будем летать. Непонятно, что ты говоришь. Ты уходишь? Давай, давайте летаем в порталы сзади. В центре будем собираться. Тотемы. Или тотем, короче, что-то какой-то каз замедленный. Давайте в центре порталы. Блин, далеко. В центре собираемся.
Сколько лямов у Вальки, подскажите? 27. 27? Ну тогда сейчас рост дашь. Давай рост. Опа, гимн отхил. Подавление. Вы захилите танков или я спек, ну, остаюсь холи-пали на Синдре, на аэрдру спекнется. Это надо? Ботинки надо? Так, Авенсу, да, накиньте 350 ГП за это тело, сейчас отдам. Как, блять? Блять, не могу найти это говно. Пойду минут 5-7. Тоже отойду. Защитник. Давай еще раз трейд. Побыстрее. Ваня, ты тут еще? Да, еще тут. Тебя ресать или ты пойдешь чай попьешь? Там уж риснуть остановишь, асфаль. Ну поднимайте этого ханта тогда, первая пати. Отходите, кто может там, кому надо сейчас. Тут потом мне покашляли на лучи. Дайте баф по ханту. Так, Венс. Тело держи. Все. Отойду тоже. На пару минут.
зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Так, я здесь. Поднимите меня. Долго ждете или только сейчас убили? Только убили. Понятно. Ладно, я останусь хиле, будет два холипала. Растаршаман, Эрдру и ДЦ. Поставьте рыбу у кого-то. Есть она вообще? Дряг, где ты лежишь в террасе? От портала как идти? Портала. Все метки под босса. Ну, внимательно слушаем, что я говорю. Если метку вправо, значит вправо. Бафайте рейд. Все здесь. Последняя рыба. Придется не падать тогда. После лича. После лича уже упадем. Я дам, если что. Ну тогда можно падать. Золотистая, ты печать правосудия какой изаешь? Света, про мудрости. Отлично. Все верно делаешь. Так, все подтвердили готовность. Можно спускаться. Ну не, подождите. Секунду, сейчас отопью. 13 команды. Все, можете спускать. Спускайте, босс. Утроп, я дам первую сакру на притяжке. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Смотрим притягу. 5 пару секунд осталось. Бежали. Вот эти синдром. Так, все метки под босс. Ну, блин, вперед метки, дистанцию главное держим. Да, 200 тысяч. Без дот. Спрятались, слева падает. Центральный подбивайте. По центру падает. Подбивайте справа метки. Там 400к. Слевее падает. Все, стопайте по правой, где 270. Подбивайте все метки. Быстрее подбиваем. Так, троп, теперь ты дашь сакру под притяло. О, просто ауру не поставил. Притяжка 7 секунд. Или не 7. Сбежали. Давай, Саку. Там будет время. Квазар СС на Рудеуса. Кирсон на Аписа. Я плохо слышу тебя. Может, кто-то другой слышит? Скажите, что он сказал. Здесь ваше вторжение и окончится. Никто не уцелел. Так, метки вперед. Дистанцию держим.
То же самое до 200 тысяч. Обдержали. Как-то коварно падает, даже не знаю, как сказать. Обдержали опять. Чуть левее центра падает. Метки справа подбить, там 400 тысяч. Крайнюю не подбивать больше. Центральные подбейте чуть-чуть, 300 тысяч. 260, 312 тысяч справа. Подбиваем метки. Так, сейчас будет фаза. Все метки под босса. Никто не выносит лево-право. Так, фаза пошла. Так, Мануся под босса, Мануся, отошли, все отошли от меня черепа. Прожимай всегда точку, когда ты выносишь метку. Так будет легче. Следующий под босса. Будет притяжка. Не бьем, о, не бейте метку. Ждите. Милики, отходите, глыба достанет. Сливайте метку. Под босса, Андряга, под босса, дубовую кожу прожми. Милики, отошли, давайте рост. Не ставьте к хвосту, вас откинет время, заморозимся все. Так, скажу сейчас, куда выносить метку. Под босса, Мануся под босса. Милики, отошли, три хила освобожденной магии. Уху, блядь. Попка, Рудеус гимн отхил, Сакру утроп, сливайте метки, следующую метку под босса, ни к чем под босса, ни к чем под босса, чарж не с него, спокойно, все живы, видишь, Мануся гимн отхил, не бей босса, Мануся, освобожденной магии, ебана в рот, под босса, Гильсинг Форс, а, это я. Сливайте метку мою. Норка. Ну, сейчас я умру или нет? Нет, не умру. Побежали все. Норка, гимна, ману. Под босса, Мануся. Под босса, Мануся, отошли. Рудеус, гимна, ХП. Норка, еще один гимн, который не пел, уже забыл, какой ты пел или не пел. Кресты. Мануся, гимна, отхил. Милики отошли. Следующий под босса. Норка под босса. Интересно, как босс сдох? Никто не умирал. Это мой фейт. Так, под босса, милики. Ну, в смысле, пульбик под босса. Притяжка. Да, не бейте. Давай, Сакру, утроп. Сторону выноси. О, сюрприз. Очень зафелев. У меня освобожденка была. Мне кажется, без хук. Да, без троху липала, мне кажется, было плохо. Мануся, ты очень плохо сделала для рейда. Даже не знаю, что сказать. Так это ты виноват, что тебя откинуло. Надо по центру фрейм остановиться. Ну давай Поклонскому отдадим таким быть. Корите. Накидывайте ГП, пожалуйста, там. Авенсу 350. Клык за половину Поклонскому.
меня просто правда здесь нет. Так. Джаспанку 300 гп. Кому там еще? По Кланскому 291, Авенсу 350. Кидал уже? Все, тогда Авенсу не надо больше. Полчаса, его полчаса? Отлично, можно полчасика повайпаться. Давайте, можно расслабиться тогда. Так, по тактике. Джаспан кружок станет, утроп трусы. Ромбик, я первую волну, вторую волну. Уже не надо вторую волну станить. Некому. Кто голы попробует постанить? Давай, с первого трая. Чек на пул. Да, а кто уголы? Вторая волна и четвертая. Так, я запускаю. Обновите каски. Бульбик, ты тут? Апис. Каску по локам дай, паладин, кто там бафует. Мануся, замедляй трусы, хопка, кружок. Я ромбик. Апис готов? Диспелли Трудеус. Да, да, я написал уже, что вот эту минуту. А ты уже здесь? Да, да, пришел. Хорошо. Запустил. Держи, ассистент. Дайте каску по локам, паладины. Троп бафает каски. Что есть каски? Так, блять, 13 минут. Этого хватит, ты ж понимаешь. Так, а Юра дал метку. Ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. Да, я запустил уже. Оставьте шкафоки. Ты ж подтвердил готовность. Я на раньше не смотрю. Нет, ты там написал, да. Ну, там так было написано. Ладно, это уже не важно. Ну, придется минусовать ЕП. Жаль. Он тут, он тут. Ты знаешь, что он тут. Милики в квадрат встали. Чума 3 секунды. В кружок встали. Куда вы вправо отошли? Позар. Ловушка в квадрат встали. Милики в квадрат. Блять, процентажа нет. Сука. Сколько процентов? 27. РДД ловушка. 77 уже? 86. А Юр? Ловушка 3 секунды. Милики в квадрат. Милики ловушка. Ромбик, снимаю вступление. А, нет ромбика. Ловушка 1 секунда, квадрат милики. РДД ловушка. Чума 1 секунда. А кто уголы? О, нормально вынес, кстати. Сколько процентов? 77. Так, РДД ловушка. Каплю отдавать.
проводить в РДД зону. Войд, подымешь микролабика. Нелегкие ловушка, квадрат стали. Квадрат, квадрат, забили на все, не бейте. А кто голы выноси опять. Звезда, на нем чума, на нем чума, звезду забери. Блять. Ладно, поздно уже. Так, играем. Манося, давай гимноман, играть я в гневного духа. Инры следим, заливаем или Эли, или Золотистый. Давай 3 CSS на Поклонского. КД. Ладно. А Херсон, у тебя есть КД? Или нет КД? Нет, КД есть. Тогда трися, как от КДшица кинешь на Поклоны. А кто головы, ты юзай красную печать на Вальку, ладно? Вышли с платформы, все в центр, будете ставить звездочки. Иди дальше, духа. Давайте звезду становимся. Сместились в звездочку. Кружок, джазпанк, трусы, утроп. Блять. Извините за мат. Осквернение. Лево-право, Андряга, убегай. Не, не стоять в луже. Давайте трусы добить. Давайте рост. Давай быстрее лича в центр. Быстрее. Становимся звездочку. Осквернение выносим к порталу. Рейд смещается к трону. Под осквернение отдаешь сакру. На первой вальке будет осквернение. Смотрим. Так, выбежали. Выбежали, 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 выбежали. Давай сакру. Отбежали от него. Не... Быстрее, максимально быстро выйти. Да ёбаный стыд, нахуй. Чё ты там стоял в этом ёбаном центре? Маха. Люди выбегают плохо как-то. Блять. Просто я не знаю, ну вы видите табличку, ну двигайтесь в другую сторону. Что вы с ним идете? Конец. Было бежать, а он влево побежал. Эли осквернение, да, проебался там... Проебались, еще кто рядом с ним стоял. Да. Готов заменить любого, кто не выносит осквернение, вынесу. Отлично. Можно выносить осквернение, за тобой будут бежать три дурака, бля, и все вайпнутся. А я, блин, осквернение надо было выносить в портал, а ты его вынес к трону, блядь. Где здесь правильно ты выбежал, пиздец. Ладно, давайте на хэндап и скинемся, я притворюсь мертвым. 21 из 25 будет. Шансы есть. Ты проебался со осквернением. В следующий раз не проебывайся, или я тебя заменю. Проблема, блядь, в том, что ты не туда отбежал. Вот и все. Тут рейд не успел среагировать на то, что ты туда побежал. Они смотрят табличку, видят, ну бегут нахуй, кнопку жмут. Им же сказали, блядь, бежать. Все равно он должен был в портал уйти, потому что он был разлил лужу прям подвалями, блядь, как бы их били. Но он бежал не подвалик, он бежал... Так, давайте шкаф. Ничего страшного не случилось. Все вайпались. Да. Если бы рейд был... среагировал нормально, блядь. От таблички бы отбежали, нихуя бы такого не было. Просто вы, наверное, кнопку отжать не успели, нахуй, в лужу эту забежали, нахуй. Как, знаете, как в мультиках. Когда бегут какие-то герои, да, и тормозят вот так на пятках, нахуй, и прокатываются. Вот, вот, ты именно пиздец тормозишь. Ты именно герой с мультиком в натуре, блин. Так, золотистый, раздавай кресты уже. У тебя бонус есть, у меня нету.
Это угловые кулаки. Помолимся, чтобы на меня оскорбление кинулось. Или на Лока там. Давайте, фулбаф по рейду. Я заранее отбегаю с осквернением к трону. Прикинь, Даларан портануться нахуй с осквернением. Давайте чекнем. Авенс Поклонский. Поклон. Его пошли запускать. У нас никто не падал на первой фазе. Хорошо. Падали. А, да, микролабик, а чего умер? Заражение. Не, его, наверное, трэш бил. Уярил. Микролабик, остальные маги, которые мультидотят трэш, не следят за своим агро, а будут кидать ГП. Слякинка, Алям, Вурдалак, Микролабик 500. Микролабик умер от трэша, со Слякинка нет. Конечно, мультидотил. Я сам играю за мага, и ты мультидотишь. Можно быть первым и мультидотить. Ты мультидотил. Да, теперь стабаф. Я знаю все эти приколы. Все приколы с мультидотом. Так, смотрим ловушку, милики перебежали в квадрат. О, далеко отбегайте от протопал. Все, встали. Так, чума, одна секунда. Херсон, чума. Так, ловушка сейчас будет. РДД ловушка, РДД. РДД ловушка. Проводи мини-зону. Чума, одна секунда. Сование, чума. Так, ловушка, одна секунда. Протопал ловушка. Сначала ловушка, потом чума будет. Труба диспел. РДД ловушка. Ромбик снимать иступление. Чума, одна секунда. Авенс, чума. Авенс, чума. Так, иступление в двух шаркарях. Капельку тебе кинул. РДД ловушка. Сколько процентов? 5. Давай, своди мили-зону с РДД зоны. Аккуратно ловушка. 3 секунды ловушка, потом чума. Так, РДД ловушка, милики в квадрат, чума, одна секунда, воет чума. Джаспанк, чума. Ладно, все, не важно. А, ну да, разве что. Гурдалаков били на переходке. Можно лям набить. Наносят два гимноману. Ставьте тотемы. Иннеры. Элис. Так, Эли. На переходке. О, не на переходке, на второй фазе позаливайте Эли. Вот, Нинер.
снимать. 4 секунды переходка. Давайте все в центр идем. Звездочку. Давайте через ромб играем. Лево, право, всем разойтись. Перед вальками не стоять. Осквернение сейчас будет. 3 секунды. Осквернение. Хрисон, повезло нам опять. Видите, ног. Трусы добить. Ромб. Давайте рост. Давайте также становимся на, как на первых вальках. От Тулгалы ты станешь ромбик по возможности. С осквернением выбегаем либо лево, либо право, и либо вперед к личу, только не под вальки, пожалуйста. В центр лучше не лить. Да. Все, разбежались. Видите, где звезда? Уже убежала. На БДК ловушка. Неплохо, ладно, повезло нам. Давайте кружок играем и ромб. Под углы иди ромб стань. Трусы тоже, короче, там есть шанс. Давайте сначала ромб. А, все, трусы, до свидания. Все с центра вышли. Будет осквернение. Вару не повезло. Внимательно, веди к звездочке лича. Вот здесь будем становиться. Актулгалэ, осквернение. Давайте звезду встали. Быстрее. Смотрим вальки. Давайте через кружок. Ты где? В кружке. Давайте в кружке. Алло. ББ. Осквернение 1 секунда. Родеус выноси. Близко были, ходит к краю. Ничего страшного. Холи пал как умер, блядь. Чего нету вообще? Вот, поднимай квазара. Становимся звездочку. Стебафы, там паладины, каску, крест, лап, пристабав винту. Толгалы станешь ромб. Меня схватило. Кружок, кружок. Осквернение в центре. Кружок ромб. Играйте в кружок ромб. Гимн отхил, кресты. Да не, падаем. Да не, подожди, не падаем, не падаем. Играем так. Бейте ромбик сильнее. Давайте в ромб. Думал уже все. Сколько процентов? 40. А теперь 40. Падаем, нахуй это надо. Падай. Дерево унесло, все по пизде пошло. Подожди, я не понимаю, сначала унесло просто вара, вторая волна. Да, потом еще двое. Но почему-то умирает никчем Апис и Золотистые. Золотистые, Апис унесла валька и все. А, все, я понял. И станов там даже не было, там замедлений даже не было. Так ты, Апис, ты видел, ты как далеко вы были от края? Вы, блядь, у края. Да в том-то и дело, видел, я просто в личе стоял. Дальше я не мог пойти, там дальше уже осквернение было. Вот из-за этого осквернения мы и лайкнулись. Так а чё, ни к чему не? Срыв, наверное, хуй знает. Потому что... Протопал был в кружке и не застанил трусы. Ни к чем умер от вальки. Олег, не знаю, кто станет, который там протопал в качестве все трусы, там, ты печеньки, ромбик, ты, блин, лучше станет каждую волну паладинами, а вторую уже роги, а ты там такое. Так, да, сейчас просто, подожди, у меня просто стан был на КД, и утроба схватила. Ну там, ну, не хватит в любом случае ДПС, блядь, мы близко к краю были просто. И кота у нас в рейде нету. С самого центра валька летит 18 секунд, ну 16 секунд.
с центра, блядь. Замедленная, блядь. Ну, Поклонский опять не туда вынес. Понес почему-то осквернение подвале, блядь, я не знаю. Из-за этого мы не слили двух хилов. Джаспан кружок станет, трусы протопал. Кота нету, поэтому я стану. И Актулгалы. В чем проблема? Что я не понимаю, что вы пытаетесь сказать просто. Протопала схватила, полипала схватила. У меня КД стан. Даже 7. То есть, подожди, некому было станет, только... Этот ромбик можно было станить и все. А, ну кружок. Наверное, кто угол не застанил ромбик. Потому что он далеко улетел. А, у меня еще было осквернение. Ладно, не повезло, просто опять осквернение, видите? Хватает скилла вынести нормально. Уже второй раз подряд. Кирсон, Элия. Аюр. Да я тут запустить, кажется. Я запускаю. Блядь, опять не повезло. Неужели прибыли наконец хваленые силы? Кирсон, подойди. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться. Ну я думаю, что так рейд падает. Похилал упал. Более быстро обслуживает. Замучил десятки тысяч. А золотистый что, тоже унесло, что ли? Да. Ты будешь молить о пощаде, но я не буду... То чувство, когда ты думаешь, лучше бы ты Ведьмака третьего играл дальше. Лол. Я бы играл Ведьмака третьего, чем это. Моей безграничной мощи. Чем оно надо? Да будет так. Герой... Кирсон, ты пришел? Угу. Я оставлю тебя в живых, надежда. Тупой, бля. Поднимай. Да, поднимай. Поменяй власть. Поклонский. РДД перебежали. Поклонский, ты тут? Бафы по вару. Чума, одна секунда. Норка, чума. Так мне не нравится уже. РДД, ловушка. Проводи мелюзону. Я ебал нахуй. Кто-то забил. Зашибись. ШП какой-то. Есть кто-то в РК ШП в ЦЛК 2 спидер? Да, он может здесь, он может зайти. Падайте. Охуеть. Мануся, зачем ты туда побежала? Так, Даня. Даня, ты тут? Ну так ничего не было написано, надо забегать в черную дыру, блядь. Заебись, охуенно. Не, он или она стояли прямо на линии этой ловушки. И... Так, Манус, она отбежала, но мало. Накиньте отбежала. Ей косарь ЕП, я ее заменю. Номер зашел. Я ее не вижу, где она в списке вообще. Я ее кикнул с рейда, пока пускай вылетает. Киньте ей там еще ЕП. А сегодня рейд закончен для нее. ДД, не растягивайтесь так особо. Потому что кинет, блин, на дальнего и, блядь, не успеем добежать. А что, она не с нуля с нами?
Оля. Чё, пиздец? Ну, да лича, потому что.